Сегодня я вам предлагаю приготовить простой и быстрый вариант заготовки на зиму. Диетическая леча. Подходит леча к любым кашам, блюдам из мяса, птицы, рыбы и так далее. Ароматный перец понравится всем. Диетическая леча отличается от классического варианта более минимальным количеством сахара и растительного масла. Соус выходит таким же нежным и шелковистым, перец мягким и очень вкусным. Леча можно использовать как добавку в соус, борщ, суп или любой рагу. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. Перцы вымойте и просушите, очистите от семян, каждый перец разрежьте пополам, после нарежьте крупными полосками. Сложите перцы в толстостенную кастрюлю. Теперь влейте в кастрюлю томатный сок. Подписавшимся, больше вкусностей. Добавьте следом к перцам соль, сахар, лавровый лист и щепотку молотого перца. Влейте в кастрюлю с перцами растительное масло. Варите лечо на небольшом огне 30 минут, после добавьте измельченный чеснок. Варите еще 15 минут, затем влейте уксус и выключите огонь. Переложите лечо в подготовленную стерильную банку. Сразу закатайте лечо стерильной крышкой, поставьте дном вверх и укройте одеялом, оставьте на сутки в покое. Храните заготовку в погребе. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты. Перец сладкий, 5-6 штук. Томатный сок, 500 мл. Сахар, 1 чайная ложка. Соль, 1 чайная ложка. Масло растительное, 1 столовая ложка. Уксус 9%, 1 столовая ложка. Лавровый лист, 1 штука. Чеснок, 1 зубчик. Количество порций, 2. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Еще увидимся.